بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخذنا في الدرس الماضي شيء مما يتعلق بالتطير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أخوال الله Господу миров приветствую посланника ассалям а затем мы с вами на прошлом уроке разбирали чуть-чуть о суеверии. نعم. الآن نريد أن نعرف ما هو الفرق بين الفعل والتطير. Теперь мы хотим узнать разницу между суеверием и добрым знаком. الفعل هو الكلمة الطيبة. فعل, то есть добрый знак, это хорошее слово. والتطير هو على ما تقدم التشاؤم بمرئي أو مسموع أو بعض الأمكنة أو بعض الأزمنة. تطاير суеверие мы определили так, когда человек видит, у него появляется суеверие, или что-то слышит, у него суеверие, или на какие-то знаки, или на какие-то местности, или на какие-то времена, или на какие-то дни. الفعل مستحب. Фаль, добрый знак, то есть говорит доброе слово, хорошее слово, это является что мустахабом, желательным. والتطير شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. Татайр, то есть татайр, суеверие является малым ширком, иногда становится большим ширком. الفعل هو حال الموحد. الفعل, то есть добрый знак, говорит добрые слова, это является что положением муахида, единобожника. والتطير هو حال المشرك والمنافق. Татайр, суеверие, это положение, это в кого бывает? Бывает у лицемера, у мушрика. الفعل حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. Говорит добрые слова, хорошие слова, это и есть, это когда ты думаешь об Аллахе سبحانه وتعالى хорошо. والتطير سوء ظن في الله سبحانه وتعالى. Суеверие, это ты, когда думаешь об Аллахе سبحانه وتعالى плохо. الفعل لا يجعلك تمضي في هذا الأمر أو ترجع لكن التطير يجعلك تمضي في هذا الأمر أو ترجع لأنه هو يتطير عندما يكون متردد بين أمرين مرة ثانية الفعل يجعلك الفعل لا يجعلك تمضي أو ترجع يعني هو الآن доброе слово не делает тебя чтобы ты какое-то дело или не делал а наоборот التطير делает тебя чтобы ты делал или не делал вот разница بالمثال يتضح إن شاء الله С примером все становится ясно. الآن خطب امرأة. Например, человек хочет жениться на женщине, на девушке. واتفق مع الولي على كل شيء. И с валием обо всем договорился уже. يعني هو الآن يتزوج بإذن الله. И он, иншаллах, с дозволением Аллаха уже женится. يعني غير متردد. И он вообще в сомнении не падает, уже все, он намеревается. سأل عن اسم الزوجة, ما اسم الزوجة؟ قالوا سعاد. И спросил о Саид Суад имени женщины и сказали ей Саида, то есть счастливая. نعم. فقال ففرح بهذا. هذا لم يجعله يمضي ولا يرجع. هذا فعل. И он этим обрадовался, то есть красивое имя и обрадовался, да? И его радость ничего не сделала. Ничего не изменило в положении. Ни назад, ни вперед. Инсан ахар мутараддид, хал ятазавваж, ау ла ятазавваж. Мин мара, муайяна. Человек точно так же. Теперь другой пример. Человек хочет жениться, но он в сомнении. Будет жениться, не будет жениться. Фасаал ан исма аззавджа, хатта ямзи ау ярджа. И спросил имя этой девушки, чтобы вообще дальше надо жениться или нет? Ради этого спросил. И спросили, когда назвали ее имя Суад, то счастливая. فقال خلاص توكلنا على الله. جيد هذا. Он говорит. هذا التطير. Говорит, если Суад говорит счастливая, а все говорит, توكل ديال на Аллах سبحانه وتعالى. Женимся говорит. ولو قالوا له اسم سيء لهذه الزوجة قال ما أتزوج. Если бы сказали бы что ее имя плохое, тогда он сказал бы, нет, не буду жениться. إذن لابد أن يكون المسلم دائما متفائل. И поэтому человек всегда должен что?
Быть в добром знаке. يحسن الظن في الله ولا تطير. Говорить добрые слова и всегда думать об Аллахе субханаху только хорошее. نعم. لأن كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى على العبد فهو خير. Потому что чтобы Аллах субханаху ва тааля будет предопределять рабу, в этом есть благо. رجل سافر من دولته إلى دولة أخرى. Человек, например, поехал со своей стороны в другую страну. فعندما رجع إلى بلده. Когда он вернулся в свой город и в свою страну. حصل انقلاب وحروب في الدولة التي كان فيها. Когда он вернулся с той страны, где он побывал, как он вернулся, там революция произошла или там война началась. فقال له رئيس هذه الدولة التي هو منها قال أنت شؤم أنت سبب في هذا الذي حدث. И когда ему, тогда ему говорят, вот ты причина, потому что ты туда поехал, так и случилось. Из-за тебя там все случилось, вот эта вот революция или все такое. وهذا يقوله بعض الناس يقول ما يذهب معنا فلان لماذا قال لا هذا شؤم دائما عندما يذهب معنا يحصل حادث يحصل كذا كذا نعم или например некоторые люди говорят когда они выезжают или куда-то едут говорят пусть такое-то не едет потому что у него всегда проблемы как он поедет всегда проблемы будут у него فقال هذا الرجل لهذا الرئيس он тогда сказал этому например правителю который сказал вот ты поехал туда из-за этого в той стране что началась война или революция. فقال للرئيس للرئيس رئيس الدولة قال اسمع ارسلني على اليهود. Тогда он сказал, тогда меня отправь к евреям, чтобы у них революция была. اقضي عليهم بلا صواريخ ولا طائرات ولا جيوش وارجع. Тогда их уничтожь вообще без войны, без, например, бомбы, без, например, ракет. Все они все у них будут уничтожены. فعرف هذا الرئيس أن هذا ليس له دخل لأنه لو له دخل في هذا يرسل الإسرائيل يقضي عليه وما يرجع. Тогда он узнал, что, а, на самом деле дело не в нем, не в нем, потому что если в нем было бы, то отправил бы без проблем, решил проблему. سلطان من السلاطين ملك من الملوك. Один правитель из правителей. أراد الخروج إلى الصيد. Хотел выйти в охоту. فقال له الوزير اذهب معك الى الصيد قال تعال معي يا его помощник сказал وزير я с тобой выйду на охоту وعندما اراد الخروج جرح الملك في اصبعه только он хотел выйти на охоту он поранил свой палец فقال الوزير للملك قال الحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير فهذا الذي حدث لك خير. Тогда وزير сказал правителю иншалла خير говорит то есть в этом есть благо говорит потому что посланник Аллаха говорит я удивляюсь говорит в мусульмане почему потому что чтобы его не постигало всегда что خير будет благо будет. غاضب الملك. Тогда на него разозлился правитель. وأخذ الوزير وأدخله إلى السجن وأغلق عليه الباب. Из-за того, что это сказал, он порезался, он говорит, благо говорит, разгневался на него и посадили в тюрьму его. وقال له بسخرية مستهزئا بالوزير قال سجنت. Тогда он над ним смеясь сказал, а теперь говорит, посадили тебя в тюрьму говорит, из-за твоих слов говорит. قال لعله خير. Наверное, в этом есть тоже благо говорит, что я сел в тюрьму. تقول قطع خير إذا يجعل سجنك خير ويبقى في السجن. Ты говоришь, что я порезал палец, это خير, в этом есть благо, тогда я посажу в тюрьму, говорит. Вот тебе خير. ثم خرج الملك يتبع الصيد. А потом вышли на охоту и увидели там какую-то дичь или что-нибудь, что-нибудь. والوزير في السجن. А его وزير находится в тюрьме. وهو يتبع الصيد هذا الملك أمسكوه جماعة من الناس. И он когда за дичем, например, он гнался, его, этого правителя поймали люди, группа людей. ماذا تريد مني? Он сказал, что вы хотите от меня? قالوا نحن لنا أيام نبحث عن قربان للآلهة, نقرب للآلهة. Мы, говорит, у нас сегодня праздник, говорит, и мы ищем такого человека, который приведем в качестве жертвы для наших богов.
Поймали правителя. А он говорит, я же правитель, говорит. قالوا الحمد لله لن نجد احسن منك انت كبش سمين احسن قربان للاله الحمد لله хвала Аллаху говорит мы лучшего чем ты не найдем потому что ты самый правитель говорит знаешь ты самый лучший жертвоприношение قيدوه тогда и завяжите его сказали فعندما ارادوا وضع القيد في يديه وجدوه جرح به جرح في اصبعه когда хотели его завязать увидели что он уже порезанный То есть рану видели. قالوا أنت معيب لا تصلح أن تكون قربان للآلة اتركوه. А у тебя есть рана, говорит, значит ты не пойдешь как жертва, как жертва, говорит. Все отправьте его, говорит, потому что у тебя есть недостаток, говорит. فراجع. Он же порезался. فراجع الملك مسرعا إلى الوزير وأخرجوا من السجن قال الحمد لله إن قطعي خير. Быстро возвратился к тюрьму, к вазиру сказал. И сказал, вытащил из тюрьмы, сказал, Альхамдулиллах, хвала Аллаху, говорит, когда порезался, говорит, вот эта вот рана, и это является для меня хайром, благом, говорит. قال الوزير لا والله. Он говорит, нет, клянусь Аллахом, нет, говорит. بل سجني هو الخير. Наоборот, говорит, то, что я остался в тюрьме, это мне есть благо, больше блага. لماذا? Почему? قال لأنه لو كنت معك الآن في الصيد كنت الآن في عداد القرابين لأن لست بمعيب أنا. Потому что если ты бы поехал бы, у меня же недостатка в ран нет уже, поэтому я был бы жертвенным, говорит. Меня принесли бы жертву, говорит. المسلم دائما متفائل راضي بقضاء الله وقدره. Всегда мусульманин во всех вещах ищет добрый знак. И он довольствуется предопределением Аллаха Субхану ва Тааля. Мы с вами говорили, что посланник Ассалям видел в своем давате, в течение своего призыва. И это указывает только на добро. И поэтому нам непозволительно, чтобы мы падали в суеверие. Ни в каком положении, ни в каком случае. الشيخ سعيد اتصل عليه أحد أقربائه في وقت متأخر جدا من الليل قرب الفجر. Например, мне некоторые люди позвонят, если позвонили в такое время, когда все люди спят, вот допустим перед фаджром. فماذا يصنع? Что я буду делать? في الغالب إنه ينظر يقول لابد في مصيبة صحيح؟ Если я буду смотреть в это время, буду говорить, наверное, какая-то проблема есть, потому что в это время обычно не звонит. لا ما يمكن ما يمكن يتطير عندما يرى هذا يقول سبحان الله لعل المليون أتى اليوم. Поэтому не должен думать так, что наверное проблема, поэтому звонит. Нет, я должен говорить, о, наверное, я заработал миллион. Именно Аллах это время меня определил. ما يكون إلا خير. Поэтому я должен думать именно об этом звонке, об этом времени только благое должен думать об Аллахе Субхану ва Тааля. Ассаламу алейкум, хаяк Аллах, ахлан ва сахлан. Бешир ан аль-хайр. Да, я сразу беру телефон и говорю: "Ассаламу алейкум, давай, рассказывай, сколько я заработал?" У баъд ан-нас би хасса, عندما تتصل عليها الزوجة ويرى الرقم يقول جاءت المصيبة. Некоторые люди, когда им жена звонит, он говорит, когда номер жены видит, о, говорит, все, говорит, проблема, говорит. И это называет, даже пишет вместо имя своей жены Министерство внутренних дел. Аш-шурта. Или полиция. Аль-мусиба. Или же беда. Ма юмки, да. دائما يتفاعل ما يتطير. Он должен думать только хорошее. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن والفعل الحسن. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم любил красивые имена, которые означают хороший смысл, еще и добрый знак. Искал добрые знаки. سمى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. رضي الله عنها. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم назвал свою дочку Фатима. هذا من باب الفعل. معنى فاطمة. Что означает Фатима? أنها تعيش ويكون لها أولاد وترضعهم وبعد هذا يكون الفطام. يعني هذا من باب الفعل. Фатима означает это та, которая родится, потом у нее будут дети и будет кормить своих детей.
и будет продолжаться ее, например, наследство. И посланник ассалям, у него имя Мухаммад, саллассалям. То есть тот, который больше восхваляет Аллаха Субхану ва Тааля, больше, чем те, которые находятся на земле и на небесах. Кану фи аль-джахилия юсамму аль-аулад лил-а'да. Яъни аль-аулад яджалу асмаахум лиман лил-а'да. Юсамми аль-валад Асад, ва юсамми аль-валад Харб, ва Раъд, ва Фахд. Лимаза? Лин аль-а'да يسمع من جاء في الجيش يقول جاء أسد وفهد ورعد وحرب وصخر يقول وخالد وعلي يقول هزمنا. نعم. раньше при جاهلية арабы, да, мушрики называли своих сыновей ради того, что. لا كان العرب, كان العرب أحسن. أحسن, а? Да, يقول كان العرب. Арабы вообще называли всегда, раньше называли своих детей ради того, чтобы пугать своих врагов. Например, они назвали Лев, Гром, или, например, такие имена, вот, устрашающие. И когда они перед войной, если слышали, кто пришел, кто с нами воюет, говорили, вот Лев, Гром, застой. И сразу они говорили, знаешь, все, мы что? Проиграли войну. وَيُسَمُّ الْعَبِيد لَهُمْ يعني يُسَمِّ الْوَلَد فَلَاح نَجَاح مُطِيع حَتَّى يُطِيعَ السَّيِّد. نعم, وَيَنْفَعَ السَّيِّد. А своих, например, рабов они называли для себя, чтобы они приносили себе пользу. Например, одного раба называют фалах, успех, или, например, другого рабах, то есть большая, например, выгода. И поэтому, когда мушрики, которые вышли, чтобы... قبل أن تبدأ الحرب да. يعني يكون هناك مبارزة. Три мушрика вышли в сражение. أسماء هؤلاء الثلاثة تدل على الضعف. И все имена этих троих указывают на их слабость. الأول اسمه شيبة والشيب يدل على الضعف, هذا لا يصلح للقتال. При Бадре, если помните, первый вышел кто? Шайба. Шайба указывает на седину. А седина значит он старый уже, указывает уже на его что? Слабость. والثاني اسمه الوليد يعني صغير, وليد يعني صغير. هذا اسم يدل على الضعف. Второй валид вышел. Валид значит что? Маленький ребенок, детеныш. الثالث اسمه عتبة يعني يعاتب ويلام على كل شيء ما يصدر منه شيء حسن. В третий назвали عتبة, عتبة, который постоянно порицает, ругает. Что будет делать? Постоянно ругает его. هؤلاء الثلاثة قتلوا. Все они умерли, погибли. Потому что эти имена указывают на что? На слабость. И поэтому мусульманин, что? Он никогда не падает в суеверие. Он всегда ищет, говорит добрые знаки, добрые слова. И поэтому мы учим свою семью, своих детей, своих жен, что татайюр, имеется в виду суеверие, является малым ширком, иногда может привести к большому ширку. И всегда думаем об Аллахе хорошо и говорим добрые слова, ищем из всяких дел добрые знаки. Аллахумма аннака афуун тухиббу аль-афва фаъфу анна. Аминь. Раббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар. Ва асаллаху субхана ва тааля أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس. آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آمين. جزاكم الله خيرا.